Приходит мужик на почту, чтобы посылочку отправить. Смотрит, а народу никого нет. Думает, во, повезло. Смотрит, сотрудница банка сидит, газету читает. Подходит к ней, говорит, можно мне? Она, так, мужчина, в очередь встаньте. Мужик думает, глянь, народу никого нет. И снова к ней, извините, пожалуйста. Она, мужчина, я вам сказала, в очередь встаньте. Мужик думает, блин, да народу никого нет, что с ней? Разозлился, как плюнет ей в лицо. Она, мужчина, что вы себе позволяете? Я сейчас полицию вызову. Мужик, а почему вы думаете, что это я? Посмотрите, сколько вокруг народу.